Всем привет, с вами Азбука от Семантики, и сегодня мы поговорим о том, что такое социальная медиа. Социальные медиа – это интернет-ресурсы, позволяющие обмен информацией любого формата – текст, картинки, музыка, видео – и формирующие у потенциального или настоящего пользователя интерес к общей платформе с контентом. Чаще всего контент внутри социальных медиа имеет объединение по тематике или хотя бы по общей специфике публикации. Социальные медиа – это, по сути, социальные сети, но немного в более широком понимании этого слова. Так представляют собой любую платформу, на которой люди могут обмениваться информацией и общаться. Еще пару лет назад это действительно были только лишь сети общения, такие как чаты, форумы, блоги и так далее. Но с оценкой социальных медиа с маркетинговой стороны пришли новые формы их существования. На данный момент большинство людей активно используют социальные сети для продвижения, общения, продаж и трансляции информации. Ключевая особенность социальных медиа состоит в том, что пользователи внутри этого пространства являются как аудиторией, так и источником информации. Это значит, что коммуникация с аудиторией значительно упрощается, а получение обратной связи от читателя или покупателя и вовсе дело двух минут. Несмотря на то, что большое количество людей относится к социальным медиа, негативно считая их тратой времени, социальные медиа сделали важнейшую вещь с момента изобретения интернета. Они сделали невозможную антиутопическую идею захвата мира технологиями. То есть социальные медиа направили и продолжают направлять самые новые технологии на подстраивание под человеческие интересы, психологию и взгляд. В момент общения или публикации информации не технологии управляют человеком, а человек технологии. Социальные медиа можно классифицировать по следующим особенностям. Самостоятельное корректирование опубликованной информации автором, интерактивность, доступная статистика популярности приложения и сохранение и быстрый доступ в базу старых материалов. Также неполный контроль над контентом. Изначально ко всему этому списку можно было прибавить еще и отсутствие подтверждения на публикацию материалов, но на данный момент это уже не так. У самых популярных социальных сетей очень сильная и широкая система администрирования по причине их невероятной популярности. Социальные медиа давно стали формой контроля и коммуникации с населением. Возможность отбора по геолокации целевой аудитории широкая, подборка тематических и личных особенностей пользователя дает вам доступ к данным, которым вы могли не получать доступ еще каких-то 15 лет назад. На данный момент социальные сети разнятся между собой по видам, способам коммуникации и основной базе информации, включая ее направленность и предпочтения в тематике. Вариантов социальных медиа сейчас бесчисленное множество, однако все их можно хотя бы примерно разделить по группам и классифицировать. Направленные на общение. Это различного рода социальные сети, блоги, сайты отзывов и знакомств, а также приложения и сайты, связанные с геокоммуникациями. Медиа для совместного редактирования информации. К самым известным, пожалуй, относятся Википедия, и ряд разработчиков активно вводит возможность совместного редактирования в приложениях с целью их грамотной работы. Это такие приложения, например, как Яндекс.Карты, мультимедийные социальные медиа. Это порталы, на которых возможен обмен и комментирование мультимедийными файлами. Чаще всего это хостинги, на которых хранится информация с возможностью комментирования и редактирования. Не мудрено, что видя такие многообразия и развитие социальных медиа, возникает идея использования их в целях продаж или продвижения. SMM-вид маркетинга на крупных коммуникационных платформах производится за счет подбора необходимого для продвижения контента и прямой коммуникации с действующим и потенциальным потребителем. В момент активного развития социальных медиа возникла возможность продажи и продвижения продукта через социальные сети. На данный момент любая маленькая или большая компания имеет свою страницу, сайт или группу. И если ранее SMM было вспомогательным средством продажи, то сейчас это вполне самостоятельный вид продаж. Возможности SMM позволяют малому бизнесу развиваться практически без вложений, а крупному бизнесу поддерживать актуальность и активность вокруг своего продукта. В мире социальных медиа существуют два вида SMM-стратегий. Скрытая, когда реклама в своем преимуществе является нативной, а сообщество вашего продукта создано как информационное. Это значит, что открытой рекламы внутри таких сообществ не будет. Будет плотное вплетение ее в контент, в истории от лица пользователей, в мемы или картинки на тему вашего информационного пространства.
Открытая стратегия связана с открытой системой публикации рекламных постов. Также общение, информационное поле, сообщество или страницы будут направлены только на рекламу и продажу и никак не иметь развлекательных характеров. Однако для продвижения в социальных сетях не стоит злоупотреблять агрессивным типом рекламы. Статистика показывает, что чем ненавязчивее и аккуратнее рекламный баннер или объявление, тем больше людей обратит на это внимание. Яркий пример плохой вирусной рекламы – известное всем онлайн-казино. Из-за спамного формата рекламных объявлений вряд ли вы найдете человека, который вспомнит продукт всерьез. Для того, чтобы отследить продвижение вашего бренда в социальных сетях, необходим мониторинг. Для того, чтобы отследить продвижение вашего бренда, оценить успешность вашей страницы и посмотреть активность пользователей, связанную с вашим продуктом вне ваших информационных площадок, существует мониторинг. Мониторинг – это подборка пользователей и их текстов, найденных на основе тематических критериев отбора. Мониторинг необходим для оценки вашего сайта или страницы и определения его целевой аудитории. Он поможет понять вам, насколько актуальна выбранная вами тематика и процентное соотношение людей, которые заинтересованы в вашем контенте, а также определить, какое количество новых пользователей в сути вы сможете привлекать. Существует два вида мониторинга – ручной мониторинг, мониторинг, который производится вами лично или вашими сотрудниками и дает детальную подборку пользователей. Этот способ хорош, когда у вас есть очень специфические критерии для отбора пользователей и их интересов. Способ крайне затратный и длительный, зато его тщательность не в пример точнее, чем автоматизированного способа. Автоматический мониторинг – это сложнее, чем ручной мониторинг, и производится за счет пользователя, который знает языки поисковых запросов и имеет четкие представления, какую именно аудиторию он исследует. Автоматический мониторинг производится с помощью сервисов. Самый популярный – это Hootsuite, наиболее полезный и многофункциональный сервис для людей с большим количеством аккаунтов. Несмотря на то, что изначально написан под Twitter, вполне пригоден для работы с Facebook и другими YouScan. Система направлена на работу именно с русскоязычными порталами. Отслеживает упоминание вашего товара или название вашего сайта во всех русскоязычных социальных медиа. Сервис удобен за счет широкого охвата. Buzzlook – система позволяет отслеживать репутацию вашего бренда, его продвижение в социальных медиа и общий интерес у пользователей к нему. Используя данный способ, вы получите полную статистику, необходимую для маркетинга социальных медиа. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски Азбуки вы можете посмотреть в текстовом виде у нас в блоге. Ссылка будет в описании под видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.